Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня для любителей криптовалюты Litecoin Crunch, довольно-таки неплохой, дает нам 3237 литош каждые 30 минут на Faucet Hub. Значит, опускаемся ниже, вставляем. Так, Litecoin адрес. Ставить. Далее нажимаем логин. Так. И перетаскиваем ползунок. И далее разгадываем антибот. Вот буквы и вот буквы. Нажимаем на вкладочку Very. Нас перебрасывает на страницу коротких ссылок, где мы разгадаем капчу. Нажмем на вкладочку и подождем несколько секунд. Нажимаем далее Get Link. Открываем вкладочку. И 3258 литош ушло на Faucet Hub. Переходим на микрокошелек. Я перезагружаю страничку. Так. И, пожалуйста, 3258 литош прибыло на Faucet Hub. Кран платит. Довольно-таки неплохо дает. Опускаемся чуть ниже. Здесь наша партнерская ссылочка. Пользуемся. На этом все. Всем удачи и больших заработков. До новых встреч.